На Минаевском мосту работы проводят сразу на нескольких объектах. На правом путепроводе уложили 9 монолитных балок. Длина каждой балки 24 метра, а вес около 33 тонн. Всего в средней правой части путепровода установлено 13 балок. Теперь пролетное строение на этом участке реконструкции сооружения имеет оформленный вид. Между мостом и путепроводом подрядчики убирают старые опоры, а затем приступят к сооружению переходной плиты. По ней в дальнейшем будет проложена автодорога и трамвайная линия. Параллельно со стороны Московского шоссе завершается устройство локальных очистных сооружений. На противоположном берегу Смая начнется строительство малой кольцевой развязки. Также планируется по завершении отопительного сезона выполнить переустройство сети теплотрассы, идущей к микрорайону Улгу, и приступить к устройству работ на пятой опоре. Продолжаются работы по устройству лифтовой шахты на первом тоннеле. Чтобы ускорить работы и к концу года открыть движение трамваев и автомобилей, в полной мере строители начали работы и на правой стороне моста. Для этого пришлось сократить длину проезжей части и перекрыть пешеходную зону со стороны Улгу. Эту часть уже начали демонтировать. Ну, а мы с подрядчиком ведем разговор, чтобы он организовал работы и как можно быстрее завершили там демонтажные работы, чтобы мы приступили к монтажу уже основного пролета моста. У нас по левой стороне открыто движение, где пешеходы могут пройти безопасно, перейти речку и путепровод. И перейти, значит, по пешеходнику на ту сторону моста. Строительный контроль на всех этапах проводят специалисты оренбургского филиала Росдорнии. Строительно-монтажные работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Анна Тищенко, Улправда ТВ.